Всем привет! Сегодня 19 мая 2019 год, город Ревда. Ну, сейчас показываю я снег в виде мелкого-мелкого пенопласта. А до этого, где-то минут 15 назад, шел лютый-прилютый снег, прямо хлопьями. Вот сейчас все это тает. Вот, но снег был прямо весьма такой внушительный. Сейчас тоже что-то непонятное вот падает. И очень холодно. Градусник показывает плюс 3. С ветреной стороны, мне кажется, целый ноль, наверное, будет холодно. Я не представляю, как люди вон в кепочках ходят. Ушкам явно холодно. Вот такая погодка. Но это ненормально. У нас и в июне снег падает. Это нормально. Это Урал, детка.